Глава Дагестана Владимир Васильев принял Хабиба Нурмагомедова и его отца, заслуженного тренера страны Абдулманапа Нурмагомедова. Руководитель республики отметил большой вклад семьи Нурмагомедовых в популяризацию спорта и здорового образа жизни на территории Дагестана и всей России. За высокие достижения в спорте указом главы региона чемпион UFC был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», а медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта» в Республике Дагестан вручили Нурмагомедову-старшему.